Сейчас проходят, наверное, уже последние кампании для того, чтобы попасть в предварительную регистрацию доменов Manta, соответственно, от сети Manta. И вот третья кампания, тут в принципе ничего сложного. Подписаться на Twitter Manta, подписаться на Twitter Space ID и сделать ретвит. И вроде бы зачем я об этом рассказываю. Но эта компания с подвохом, потому что выпускается по окончании, по выполнению к компании, выпускаются NFT в сети Manta, соответственно. И выпуск NFT, он не бесплатный, как на большинстве компаний с Galaxy. За него просят немножко эфира в сети Manta как раз. И в этом видео я покажу вам, что существует вот такой вот сервис merkly.com. Ссылка будет в описании, с помощью которого можно получить очень дешево эфир в сети Manta. Например, если у вас есть BNB на Binance Smart Chain, либо эфир там в Avalanche или других каких-то очень дешевых сетях, или, допустим, Matic в полигоне. Вот для этого открываем вот этот вот раздел Get Gas. И в этом столбце выбираем, что у вас есть. В этом столбце выбираем Manta Pacific. Здесь нам надо указать, сколько эфирчика мы хотим получить. Ну, эфирчика нам нужно совсем немножко. И чтобы понять, сколько нам его надо, вот я открываю CoinGecko, здесь убираю эфир, немножко пролистну, говорю, что хочу, допустим, эфир на $10. Вот, и грубо говоря, это будет 0,005. Возвращаемся обратно, и здесь в этом поле ставим 1, ставим 0,05. И остается нажать сначала Preview Transaction. Он говорит, что будет списано у нас с баланса вот BNB на $12. А на сеть Manta я получу 5 тысячных эфирок, в общем, на $10, даже чуть больше. В итоге стоимость всего этого дела, она получается всего лишь $2, то есть это гораздо дешевле, чем пользоваться какими-то мостами, и уж тем более на самом сети Manta перекидывать из сети эфира эфирчик в сети Манты.